Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я буду продолжать собирать трофеи в игре лодки. Построй лодку и собери сокровища. Сейчас я нахожусь в кристальной пещере, в которой мне нужно позбивать кристаллы, после чего откроется секретный телепорт, который меня заберет в пещеру с кристаллами. Вы, в принципе, должны сбивать эти кристаллы. Я не знаю, какое количество нужно их сбить для того, чтобы это произошло, поэтому сбивайте их разных цветов, не одинаковые. Ну и также вы можете использовать вот такой метод, как здесь у нас. Смотрите, тут есть гарпуны, которые держат лодку, чтобы она дальше не двигалась, чтобы она как бы застряла на этой локации. Есть огромная плита, на которой расставлены пушки. И из этих пушечек мы себе спокойненько стреляем в кристаллы. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Кто еще не подписался на мой канал, не забудьте это сделать, ну а также обязательно забегайте в Инстаграм, у кого он есть, у кого нет, установите. Мою страничку легко там найти, RedCat YouTube она называется, кстати, будет скоро видосик к вам, я там буду говорить на украинском языке. Я очень редко разговариваю на украинском языке, если честно, поэтому кто хочет это услышать, обязательно зайдите и послушайте, тем более там будет очень важная информация, мы там будем с RedKitty в кадре. Вот. Ну и, конечно же, залетайте в Discord, я думаю, что там круто. Вот, смотрите, ребята, видите, разные цвета, прям радуга такая получилась. Наверное, все-таки надо в разные цвета стрелять, может, по два кристалла разноцветных сбить, не знаю точно. Вот, давно это не проверял, как бы, и вы идете в пещеру. Учитывая то, что кто-то уже был до нас в этой пещере, потому что она уже была открыта, так сказать, то я, если честно, не знаю, нужно ли вам еще проходить будет лабиринт, либо же просто зайти сюда и забрать сундук. Видите, сейчас он у меня просто находится посередине, из-за того, что уже кто-то, возможно, прошел лабиринт, либо же, возможно, тут просто сделали упрощенный вид, вам этого не нужно делать. Если все-таки нужно будет пройти лабиринт, то слева, справа и вон там, по-моему, за этим постаментом есть ходы, куда вам нужно пройти и собрать кристаллы. Видите, разные цвета. Желтый, там, белый, оранжевый. После чего они тут появятся и появится, так понимаю, сундук. Ну что ж, я получил голду, ребята, и новый сундучок. Следующая локация – это ферма. Вот здесь у нас есть амбар. И на втором этаже там спрятан сундук. Смотрите внимательно, чтобы вас молния не попадала, поэтому прыгайте, двигайтесь, и главное, не стойте на месте. Она очень лютая, видите, мне уже ногу отбила. Я тут бедняжка с одной, на одной ноге, с двумя, правда, руками еще. Но тем не менее. Все, ребят, забирают сундучок. Дают мне его. Дают всякие какие-то блоки. И давайте смотреть, что и как. Что мне там пооставалось. Так. Кристальная это была седьмая у нас. Седьмой сундучок. А ферма у нас была 12-й сундук. Ну окей, давайте тогда продолжим наши поиски и будем собирать новые сундуки. Кто не видел предыдущее видео, обязательно посмотрите. Я там показывал, как получить 9 предметов из 16. В прошлом видео я показал, как собрать 3 куклы и 6 сундуков. Ну, соответственно, сегодня я вам покажу, как получить последние сундуки и еще одну куклу. Сейчас мы, ребята, на следующей локации. Это у нас средневековый, скажем так, замок, крепость. И нужно было просто стрельнуть из пушки в двери. Вот в эту дверь нужно было стрельнуть. Она разлетается в щепки, и мы переходим непосредственно в сам замок. Тут есть один нюанс. Сначала мы появляемся с мечами. На нас нападают тоже ребята с мечами, вы подбегаете, пвпшите, убиваете их. После чего еще будут маги, будут лучники. Для того, чтобы забрать у них оружие, их тоже нужно убить, подойти к ним. И тогда у вас будет, к примеру, если вы убиваете мага, его посох. Если лучника, то, соответственно, лук. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Соответственно, дальше вы сможете на расстояниях убивать из лука и из посоха магического. Ну а сейчас вы видите, что мы уже разобрались абсолютно со всеми. Я открыл сундук и получил еще одну награду. Даже там какой-то лучник в текстурке еще запутался, мы его добили. Ну окей, ребята, новый сундучок у меня уже получен. И сейчас мы полетим к улью. Он недалеко отсюда был, так что заодно заберем еще один сундук. Это был у нас 14-й сундучок.
Ну что, ребята, мы отправляемся здесь улей. Вам не обязательно прям по центру туда идти. Вы можете, если комнатку видите, вот таким вот способом к ней подобраться. Но не забудьте, конечно, джетпак одеть, потому что можете упасть. Видите, там, где Артём сейчас зашел, вы тоже так же можете это сделать. Хопа. И все. Чтобы не рисковать, заходите и забираете сундучок. Сейчас я вам покажу, где он находится, если вдруг комнатка была закрыта, чтобы вы понимали, где ее, так сказать, активировать. Вот здесь вот в ряд есть 3 соты. Обратите внимание, видите, везде больше, там по 2, по 4, а тут вот внизу 3 соты. В центральную заходите и получаете вашу награду. Сейчас я поднимусь наверх и посмотрим, что мне там осталось. Очень удобно, что не все карты есть, поэтому вам приходится часто менять сервера. Так, ну что, 2 сундука осталось всего и 1 кукла. Это был номер 9 в улье сундучок. Кстати, каждый сундук и игрушка подписаны, вы видите локацию, где она находится. Следующая локация, ребята, нужно стрелять вот в эти бунгало. У нас джунгли, так сказать, и вы стреляете в двери. Правда, стрелять нужно немножко с другой стороны, все зеркально, потому что тот домик, куда мне нужно находиться, он находится как раз подо мной. И Артём, по идее, в него уже стрельнул. Мне нужно только спуститься и забрать свой приз. Я вам просто для наглядности показываю, что вам нужно делать. Итак, ребята, опускаемся вниз. И вот здесь вот у меня мой подарочек. Здесь еще одна куколка. Все, ребята, все куклы собраны, и теперь, по идее, мне осталось только 2 сундучка. Давайте это проверим и отправимся на поиски. Так, смотрим. Да, засчитали, куколку мне добавили, и теперь мне осталось всего 2 сундука, чтобы собрать абсолютно все сундуки и куклы в этом сезоне. Это, я считаю, круто, нужно обязательно подписаться на канал, чтобы не пропускать подобные видео. Итак, ребята, следующая карта у нас Дикий Запад. Я, кстати, не видел еще эту карту, видимо, она новая. Ну, сравнительно, относительно новая, потому что я в последнее время не часто играю в лодки, как-то больше в другие игры сейчас я играю. Так, тут уже вон даже вижу, чей-то транспорт валяется. Залетаем. Эй, да подождите. О, не-не-не-не-не, только не убирай, только не убирай, только не убирай. Не-не-не-не, не надо, не надо. Не-не-не-не, все, отлично, я жив, со мной все в порядке, не переживайте. Так, заходим в эту пещеру, аккуратненько, чтобы никуда не наступить, ни на чей самолетик, ракету и так далее. И здесь, в принципе, хорошо, что ничего не нужно проходить, просто забираете сундук и получаете 30 блоков. Тут чья-то шапка валяется и кирка, возможно... Отсылка на какой-нибудь майнинг-симулятор, что-то типа этого. Ну что, ребята, еще один сундучок я забрал. Тут реально Дикий Запад. Перекати поле валяются. В общем, такая интересная локация. Ну что, ребята, остался один сундук. Самый последний. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Так, это я получил номер 5. Ну что, ребята, третий номер, и я отправляюсь за ним на Trench Stage. Давайте посмотрим, где там его найти. Итак, ребята, вот локация, и вы видите, слева уже у нас пристроечка появилась, потому что кто-то ее активировал. Давайте залетать будем. Вот сюда вот нужно посередине прям залететь в эту штучку черную, видите? Сейчас я попаду. Ой, аккуратно. Так, 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 так. Подлетаем и проходим внутрь. Так, что-то мне мешает. Что-то меня схватило. Так, я попал на чью-то ракету опять. Да что ж мне так не везет с этими ракетами? Ладно, проходим вглубь, и мы видим глаз. Смотрите, он заснул. Давайте попробуем забрать сундук, тем более, что ворота открыты. К сожалению, ребята, сделать это глаз не сможет вам. Он видит, что вы подходите, и сразу закрывает ворота. Я попробую еще раз, но уверен, что это не получится сделать. К сожалению, глазик наш просыпается и нас видит, поэтому нужен другой способ. Рядом с нами есть кусты, из которых нужно приготовить зелье. Когда вы заходите в кустик и нажимаете на нем, то появляется соответствующий индикатор на вот этой вот машине. Вам нужно приготовить зелье из синего,
и двух белых. То есть сначала нажимаете синий, потом два раза белый. Эй, что не нажал? Ладно, что-то я выкинул зелье. Сейчас Артем пойдет кидать в глаз, и я вам еще раз покажу, как это работает. Ну и сам давайте разберусь, потому что я не очень понял, почему у меня не сработало. Так, давайте просто нажать. Ага. Заходишь и нажимаешь. Видите, три раза это сделал, получил синее зелье. Нет, мне это не подходит, выкидываю. Итак, захожу один раз и один раз нажимаю. Хоп. Нет, не успел. Хоп. Нет, еще раз. Хоп. Да, получилось. И теперь два раза в белый. Захожу, прям нажимаю, все, зелье мое появилось. И теперь мне надо взять эту баночку и швырнуть в глаз. Видите, что он уже спит, но если бы он не спал, я бы кинул в него, и он бы после этого уснул. Когда глазик засыпает, вы, соответственно, можете зайти в ворота и забрать свой приз. Ну что, ребята, можете меня поздравить, это последний приз, 250 голды плюс я еще получил. Все очень круто, я собрал абсолютно всю коллекцию кукол и сундуков в 2020. Так что, ребята, в этом году ивент тоже полностью выполнен. Ну что ж, ребята, это было все, о чем я хотел вам рассказать. Спасибо, что смотрели, спасибо за помощь Арти, Артему и другим ребятам, которые мне помогали. Ну и до новой встречи на канале Red Cat и канале Red Cat Roblox. Всем пока!